Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Душа не слышит». Первая серия сериала выйдет в эфир 24 июля. В новом сериале мы увидим, как первая встреча Эдже и Унура Карасу произошла совершенно случайно. Когда Эдже нуждалась в помощи, то рядом оказался Унур и помог ей. Потом Унуру представили Эдже и сообщили о том, что она совсем недавно вернулась из Лондона. Только между ними совсем никак не могут наладиться отношения. И молодым слишком сложно найти общий язык друг с другом. Эдже напрямую спросила у Унура, что он такой за человек. На что Унур ответил, что задается тем же вопросом в отношении Эдже. Но Унур стал причиной того, что все планы Эдже стали рушиться, словно карточный домик. И такое обстоятельство ей очень сильно не нравится. Унур говорит о том, что ему очень не понравилась Эдже с первого взгляда. Он считает, что Эдже не просто так оказалась на соседней яхте. И это не может быть простым совпадением. Сама же Эдже пытается узнать как можно больше информации об Унуре, так как он вызывает у нее некие подозрения. И она также уверена в том, что встретилась с Унуром вовсе не случайно. Эдже также заметила, что Унур вовсе не любит Хиляль. Она делает выводы о том, что Унур самый настоящий охотник. Она узнает, что он трудолюбив и любит конкуренцию. Пользуется большим успехом в любовных делах и совершенно не напрягается. Эдже пытается донести до Халиль, что Унур никогда на ней не женится, как бы ей этого не хотелось. Но Унур все же сделал предложение руки и сердца Хиляль. Эдже сказала Унуру, что он явно что-то скрывает, и она обязательно выяснит, что именно. Первая серия сериала выйдет в эфир 24 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.